Всем добрый день, вы на канале «Любимая дача». Меня зовут Оксана, Иркутский район. Сегодня 11 сентября. Сегодня я расскажу про цветочки свои. У меня очень много бальзаминов на участке. Бальзамины я обычно сею семенами и что-то черенкую какие-то, если семян таких не нахожу. Вот я начеренковала заранее бальзамины, поставила в воду, они дали корешки, и потом я вот в такие стаканы посадила их. Хочу забрать их в город, в квартиру, потому что там у меня солнце больше, а здесь на участке деревьев очень много, и в доме у нас зимой темно. Я в прошлом году оставила в доме в горшочках в таких цветы, и они все очень сильно вытянулись, и черенковать не стало ничего. То есть фактически по одному черенку только я смогла с них взять. А сейчас хочу попробовать забрать их в город. Но у меня бальзаминов очень много, порядка 50 штук я высеваю. Поэтому, конечно, семена все равно придется покупать. И, ну, попробую, не знаю, какие-то вот возьму домой. Что будет, то будет. Прежде чем их взять домой, что с ними нужно обязательно сделать? Нужно их пробрызгать от вредителей. Это как раз тот случай, когда я химией пользуюсь. Я их вынесу из теплицы и хорошо пропрыскаю для того, чтобы не принести домой никакую ни тлю. Хотя, ну, нет у меня в теплице тлей, как бы все нормально. Но на всякий случай. Я там в квартире дома буду потом выращивать рассаду. И мне никакие болезни и никакие вредители в квартире не нужны. Чем опрыскиваю? Прямо вот таким вот дихлофосом. Опрыскаю, набрызгаю, они постоят сколько-то, накрою пакетом, мешком, чтобы все вредители, которые там живут, погибли. После этого составлю в ящичек и повезу в квартиру. Вот они, бальзамины, очень красивые цветы, очень неприхотливые, не требующие какого-то ухода. И вон там они у меня в клумбе еще. Можно, конечно, и герани не сеять семенами, но у меня тоже герани в этом году. Я высевала 48 штук. Черенковать и все это сохранять просто негде, потому что дома потом рассада. Огурцы, помидоры, перцы, баклажаны. Но места просто не хватает в квартире, а потом на балконе. Рябинка какая красивая, красные листья. Бальзамины некоторые еще держатся, вон они у меня растут и в вазонах, и просто в клумбах. И поэтому я заранее побеспокоилась о том, чтобы оставить какие-то череночки. Но больше, к сожалению, никакие цветы у меня не получится занести в дом. Только еще одну герань. Сейчас покажу, какую. Можно даже петунии сохранять черенками, чтобы не сеять их потом, не возиться с рассадой. У кого есть возможность, есть место, где сохранять черенки, сделать это очень просто. Бальзамины я отламываю черенок, ставлю в воду, они очень хорошо дают корешки. Герань в воде корешки дает плохо. Я сразу же сажаю в стаканчик с мокрым влажным грунтом. То есть отламываю. Ну, такое вот, чтобы было междоузлие. Убираю. Листики лишние. Вставляю два листика и в грунт. И они прекрасно приживаются. У меня и такие вот ампельные еще герани есть. И обычные. Все это я сею семенами. Вот тоже ампельные герани. Вот эти ампельные герани, они везде продаются, семена. Я покупала в биотехнике, заказывала в интернет-магазине. У них цветочки вот такие. И есть у меня одна ампельная герань на камине стоит, которая только вегетативно размножается. Не продаются такие семена. Сейчас я подойду поближе, покажу вам цветочки. Она очень красивая. Вот ее я заношу в дом всегда. И потом черенкую, потому что по-другому, если она пропадет, ее больше не купишь. Вот какая красавица, яркая, красивая, и у нее цветочки уже другой формы.
Я ее купила очень давно на рынке у какой-то бабульки. Она мне тоже сказала, что черенками она ее. У нее и листва красивая, такая жесткая, глянцевая. Прям листики такие жесткие. И цветочки очень красивые. Сохраняю ее. Герани и петунии заморозков сильно не боятся. Они еще до октября у меня постоят. Пока цветы не замерзнут, я их не убираю. Они, конечно, уже я не ухаживаю сейчас. То есть некогда мне вот это все убирать, эти соцветия. Если летом я хожу, убираю, то сейчас нет. Эти тоже немножко, видимо, морозом прихватывают цветочки. Но все равно в общей массе выглядит красиво, декоративно. Лучше, чем совсем без цветов. Поэтому, если у вас есть герани, бальзамины, можно начеренковать. Они зимой будут цвести дома у вас. А герань обычно на зиму, конечно, лучше обрезать. Обрезать, и к весне она зацветет. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Всего доброго. До свидания.